Ребят, всем привет! Сегодня мы с вами проходим Metro Last Night. Она сейчас в Стиме бесплатная, что ссылочка будет в описании на бесплатную версию в Стиме. Или вы можете сами найти. Давайте начнем новую игру. Новичков. Да, я новичок. Ни разу, ребят, не играл в эти на легкой. Пока просто попробую, если будет слишком легко, то... Да, хочу, я просто запускал, ребят, посмотреть. Легкая не видно. Давайте так. Черные появились позже. Со стороны ботанического сада. Черные. Огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Это неправда. Правда страшней. Я вот тут недалеко раньше жил, ну, до войны еще, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? Это... Интересно, стоит тратить в черных, нет? Я просто когда сидел. Черт! Может, не надо стрелять? Черт! Да что же это творится? Сейчас охуел. А зачем такой переход так ярко-то, бля? Артём, просыпайся. Ну за. Артём, это я, Хан. Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артём, я был на пепелище Улья Чёрных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навел на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в Ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Давайте. Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Жгалочки, классно. Кто раз хотел себе такое заказать? Мы тут уже давно, а я все привык. Здорово, Артём. А этот парень, кстати, был в той группе, которая D6 нашла. Не, мужики, не знаю, как вы, а я... Ну, так, потом убрать. Давай, давай! Слышишь, 25 баллов по 30 раз. Так о чем мы... С Романовым? А с ним-то что могло стрястись? Он же в лазарете валяется, с того самого похода в Великую Библиотеку. Выписали его. На той неделе его группу отправили через болото на базу в церкви. Он единственный, кто живым добрался. Иди ты. Вся группа полегла? Там же вроде все спокойно было на болотах. Видишь вешки? Идешь по ним, чтобы не потонуть. Ласторогих, конечно, много, но пройти можно.
Кто там целую группу перебить мог? Черт его знает. Романов до сих пор рассказать не может. Когда смена пришла, в церкви он один был. Сидел на полу и молился. До сих пор сидит и молится. Не жрет ничего, людей не замечает. Будто только он, да Бог, а больше никого в мире нет. Главное, не говорите ему, что Бога тоже нет. Соц, ребята. Привет, Артём! Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока давай тебя экипируем. Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности и шагу не ступишь. Одна пыль чего стоит. Фонит до сих пор так, хоть яйца запекай. Да и в метро есть зараженные участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо, но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки. Что тут скажешь? Все, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Вот твой аванс за этот месяц. Не забывай, зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять, бьют они больно, но лучше все же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. А в чем разница между армейским патроном и это? Не понял, ну ладно. Ага, отлично. Теперь самое интересное. Пушки. Выбирай, какие нравятся, и испытай их в тире. Ну, давайте. Обычно рейнджеры носят такие слова. И выборы зависят только от тебя. Тюнинг, посмотрим, что угодно. Ага. Установить. Еще что у нас тут есть? Ну, пулемет, наверное, не будем брать, да, ребят? Дробовик можно взять. Ну что? Лучше дробовика в ближнем бою ничего нет. Главное, не пытайся издалека стрелять. Бестолку это. Мы тут уже все прокачаем сразу же. Это счет первый запуск, там 4-3 часа в игре, что ли. Наверное, еще надо будет взять снайперку, да? Давайте снайперку возьмем. А вот к этой красавице придачу нужно что-то для ближнего боя. Зато на расстоянии. Винт. Ладно. Теперь отправляйся в тир и попробуй выбранное оружие. Давай. Артём, испытай остальные пушки. Проваливайте с глаз моих долой. На исходную. Попробуй выстрелить в центр груди обычного манекена. Молодец. А теперь стрельни по бронированному манекену. Улавливаешь разницу? Броню пробить. Много патронов надо. Так что смотри, если тут летят. Значит, враг бронирован. Попробуй выстрелить в голову. Положить оружие. Вот уж попал, так попал. Чувствуешь разницу? Ну, вроде бы основу ты усвоил. Можешь потренироваться еще. Или отправляться к Мельнику за задачей. Ну, думаю, тут нет смысла продолжать. Со стрельбой разберемся в ходе приказа. Метро промеход по кошель границы нельзя. Объект чистый. Та часть, где мы сейчас, точно. Замеряли. Мы вчера обходили двери. Закрытых еще тьма. Некоторые завалены даже. Другие без замков, будто их изнутри запирали. И что? А то, что из-за некоторых фонит хоть яйца запекай. Ну, тут же реактор. От него, может. Не может. Мельник вызывает к себе командиров звеньев. Будет большое собрание. Что-то жареным запахло, а? А я вчера дежурил в командном пункте. Ну и подслушал случайно. Что-то начинается. Ты о чем? У красных мобилизация. Загребают всех подряд. От стариков до подростков. Учение, учение. Точно война будет. С кем воевать-то будут? С кем всегда, наверное. С фашистами, с рейхом. Про фашистов слышал, кстати. Наши посты засекли сразу 3 разведгруппы рейха. На поверхности. Их там отродясь столько не было. 3 группы? Где? 2 недалеко отсюда. Ищут что-то. В засаде серых. Говорит, похоже, вход исчез. А что, вы хорошо? Так, Леха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота!
Ты про Лесницкого-то слыхал? Ты о чем это? У ребят из охраны лаборатории спроси. Черт! Что он там уже натворил? Открываем. Ладно, пошли. В гробнице повелителей древности клали все, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жен и рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду! А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружие множество, и коней гордых, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и могил во все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А черт его знает. Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Все разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо. Так, а внутри там что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя черт его знает. Капец. Сейчас мне полковник за Лесницкого... раскаленную арматурину загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Да, ребят, не горюйте, тут фразочки будут. Ладно, пошли. Прямо хорошие фразочки будут. Да, все это мы D6 взяли, но сколько ждут выходов и входов. Целый город, тайники, бункеры. Хотя, конечно, о такой базе можно только мечтать. Говорят, газ свои по всей линии. Особенно я приказал отовсюду людей выводить. Всех забираем сюда. Барят, что ли, блядь? Герман, эти к Мельнику в штаб, по вызову. Точно. Герман. Проходите, а я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам, потом, без вас. Артём, я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение черных – худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артём. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец Ордена, тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. На вас напали? Повторите. На вас напали? Так, Артём, Хан, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Черные худшие из всех угроз, с какими сталкивался Орден. Полковник, черный один, он нам не угроза. У Артема дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с Ханом и найди черного. С вами идет наш лучший снайпер. Анна! Есть! Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Что? Да как вы... Взять его! Убийца! Вы совершаете ту же ошибку! Нет, я выполняю свой долг. Чем надо кинуть? Вывести его. Артём! Это твой последний шанс искупить вину! Избавиться от кошмаров! Плюнь на эти бредни, Артём. Похоже, черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперед! Что застыл, кролик? Давай за мной. Артём, скажу прямо. Блатная, чёрные тебя чувствуют. И не забудьте контрольный. Лесницкий оказался внедрённым агентом. Ваша задача перехватить его, прежде чем он доставит... Ах, ты симпатична. Ещё скажи, что веришь этому психопату Хану. Мир с чёрными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами, как марионетками.
Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Отойди от края платформы, подаем мы на рельс. Сейчас на проводнике покатаемся. Так, ролик, заскакивай. Вот так ролик, блядь. С финтрезом ходит, это крутая, блядь. Все, кролик, это место себя исчерпало. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду, но Хан нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его, завершить начатое. Раньше все это было обычным делом, а сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Прибыли. Это станция секретного метро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за этим. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Так, готов? Осторожно, двери закрываю. Удачи, ребята. Это нам сейчас кстати. Кстати, Артём, вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсе ехали. Ракеты на рассадник черных наводить. Прикольно. Хорошая примета. Тогда уже это проработано. Класс. Даже это не проработали. Ладно, напряжение есть. Открывай ворота, я держу проход. Молодец, справился. Да я пройду, блядь. Ну ладно, давайте посмотрим на ее жопу, блядь. Боже, что тут все чисто. Выдвигаемся. Я знаю, тут ничего не будет. Нет, будет, но будет. О, фу, блядь. Давай направо, слева тупик. Что-то их спугнуло, будь начеку. Сейчас прибежит. Зараза, вот это скорость. А у тебя ничего, реакция нормальная. Так, лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Давайте, ребят, здесь прервемся. Да. Это спасибо за просмотр. Пишите комментарии, хотите ли вы дальше видеть прохождение этой игры. Мне кажется, что да, мне она интересна, но я не особо люблю играть в ужастики. Я хочу себя перебороть, как-то начать, ну, грубо говоря, проходить такие игры. Для себя даже очень много чего не прошел. Все, всем спасибо. До скорых встреч. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пишите свое мнение, что вы думаете. Давайте так, ребят, без спойлеров, хорошо? Давайте все, ребят. Доброго вечера вам. Дня, ночи, когда вы там смотрите. Спасибо за просмотр еще раз, ребят. До свидания.